Существует еще одно упражнение, которое помогает и укрепить одновременно ваш позвоночник, сделать ваши мышцы спины эластичными, развить гибкость и скорость вашей реакции. Выполняется это упражнение следующим образом. Вы становитесь на расстоянии вот так вот вытянутой руки от мешка и начинаете плавно работать, забрасывая правую руку на левую сторону мешка, возвращаясь в исходное положение, забрасывая левую руку на правую сторону мешка. Постепенно вы ускоряете движение, тем самым добиваясь большей амплитуды движений своего тела вокруг так называемой оси. Не центральная линия, это не винчун, это восточное единоборство, но не винчун. Так вот, показываю еще раз, как это делается. Если это упражнение выполнять быстро, качественно и часто, боли в спине, в первую очередь, они пропадут. О таком понятии вы даже не будете знать, что такое боль в спине или прострел, как говорят, радикулит или еще как-то называют. Этого у вас не будет, потому что, как говорится, в движении жизнь, а под лежачий камень вода не течет. Всем пока!